Расскажите немного вот о проблеме в вашей семье, с которой вы приехали сюда, к нам в центр. Ну, проблема у меня была одна. Янис. Мучились давно. Знали о вашей клинике, но почему-то не решался ехать сперва. Но потом подошел к нему друг, который уже 10 лет тому назад был здесь. И не знаю, вот поговорили, и он решил приехать, и мы приехали. Угу. Понятно. Проблема длилась почти 10 лет, да? Да. А может и больше. Но он временами останавливался, а потом опять начинал. Угу. Понятно. С какими вы чувствами ехали сюда, в центр? Ну, я, честно говоря, ехала с надеждой, что у нас все будет хорошо. В тот день, когда мы приехали, прилетели, и только перешли порог этой клиники, и я успокоилась. Я сама себя, не знаю, что со мной произошло, я успокоилась. Понятно. Ну, расскажите немножко ваших впечатлений личных о самом процессе лечения здесь. Как вот вы воспринимали весь процесс лечения? Как вы наблюдали за сыном? Как он менялся, если вы это замечали? Я наблюдала, да. Заметила я это после 2-3 дней. Как у него все, как сказать, изменялось. Изменялось все. Я осталась довольная от всех, от всего коллектива. Никогда не забуду эту клинику и всех врачей. И я очень благодарна. Большое вам спасибо за все. Буду всегда молиться за вас. Спасибо большое. Хорошего, счастливого Нового года и здоровья вам. Спасибо. 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 Я тоже желаю от всей души, чтобы ваш Новый год вы встретили с радостью, счастьем, наконец-то. Да? И ну, чтобы у Яниса все было хорошо. Спасибо большое. Я думаю, что все для этого есть. Спасибо вам большое.